Здравствуйте, в эфире публицистическая программа «Губернии. Итоги». Авторский взгляд на события недели в нашем регионе. Смотрите в ближайшие полчаса. Потемкинские деревни в шуе. Вместе с тем, по предварительным данным, в настоящее время работы выполнены фактически на 35-40%. В полном объеме акты приемки выполненных работ не подписаны. Таким образом, работы в настоящее время не завершены. Коллектор недоделан, а детский садик заброшен. Что это, разгильдяйство или коррупция? Как охраняются наши школы? Смотрит, кто там, если посторонний, она дверь не открывает, если кто-то с родителями. Наша съемочная группа попыталась проникнуть в учреждение образования, несмотря на охрану. Кто провалил программу расселения жителей из аварийных домов? Здесь вот чувствуется прямо углубление, ямина какая-то. Сюда вот идешь, вот здесь вот немножко повыше. Ну, я не знаю, вот как по батуту идешь. Мы назовем фамилии чиновников, которые не проследили за подрядчиками и которые виновны в приостановлении финансирования. Убийство учителя и полицейского, которое совершил старшеклассник в московской школе, потрясло многих. Получается, что в школы или детские сады может ворваться кто угодно, когда угодно и сделать что угодно. Безопасность наших детей никто не гарантирует. Мы решили проверить, как охраняются наши школы и ради чего тратятся родительские деньги на эту самую охрану. Гром грянул и заставил всех перекреститься. Старшеклассник в Москве прямо в школе расстреливает своего учителя географии полицейского. Охранник лишь успевает нажать тревогу.